Моя футбольная карьера началась с того, что меня сбила машина. Я бежал в тот день на первую свою тренировку в команде. Ну, мне лет 7 тогда было. 3 месяца провел в больнице. С гипсом там, с ногой. Ну, перелом был. Ну, а потом вышел и стал играть, будто ничего и не было. Но если ты вставишь цветную пленку, она будет снимать цветное. Не знаю. Да. Ты что, снимаешь? Нет. Да, снимаю. Зачем ты меня снимаешь? Да просто на память. Тут не каждый. Давай влоги снимай. Ты откуда узнал? Вот если меня спросят, кто мой любимый футболист, я вам точно скажу. Мой кумир – это Фёдор Смолов. Он великий, я в этом абсолютно уверен. Да, я его фанат, тут обсуждать нечего. Ну, теперь немного обо мне. Меня снимают фильм, и сейчас я вам буду все показывать и рассказывать. Это мой тренер, Евгений Викторович. Вообще он нормальный тренер, строгий и требовательный. Знакомьтесь, моя крутейшая команда. Это Гусь, наш нападающий. Мы зовем его Гусь, потому что фамилия у него Гусев. Степа и Слава у нас защитники. Обороняются на высшем уровне. А это Димон. Он отдает всегда самые точные передачи. А Рома? Рома быстрый. Нет, но он самый быстрый. Быстрее поезда даже. А тут раньше был Миша. Но сейчас он решил, что футбол это не для него. А это Ваня. Он как Человек-паук, только Ваня. Он делает прыжок тигра и часто спасает. А это я, рыжий или золотой, из-за цвета волос. Я нападающий, и у меня очень сильный удар. Скоро у нас во Владивостоке будет большой чемпионат. Там будут команды из Китая и из Кореи. Поэтому нам некогда тут позировать. Нам надо тренироваться. Поехали! Вообще, мне надо сейчас выкладываться на полную. Мне 16, и если в этом возрасте не отличишься, то потом тебя уже вообще вряд ли кто-то заметит. Так что время сейчас капает не в мою пользу, я это понимаю. Если я хочу стать профессиональным футболистом, то мне нужно очень хорошо себя показать на чемпионате. А я правда хочу стать профессиональным футболистом. Я прям реально хочу заиграть. Это мой дом. Тут у меня спальня. Здесь очень удобно симулировать нарушение правил. Тут я постигаю азы физической культуры. Мне есть на кого равняться. Тут я тренирую свое воображение. Для футболиста это очень важно. В столовке можно расслабиться, передохнуть после тренировки. Ну, и, конечно же, выйти на поле. Ладно, теперь серьезно. На самом деле я живу в детском доме. Я уже тогда месяц провел здесь. Папа приехал с морей, говорит мне, я все, документы сейчас восстановлю, тебя заберу, будем жить хорошо. Все наладится. Ну, он каждый раз в моря ездил, и в моря. Как мне рассказали, потом он поскользнулся на трапе и разбился. И я понял, что я останусь тут. Из команды никто, кроме тренера, не знает, что я из детского дома. Я его очень уважаю и доверяю. Вот, смотри, челночная работа, тяжелая работа, челночная. Вот я поставлю мяч, ты знаешь? Может, я пойду тогда, если ты все знаешь. Ближний. Оп, резко назад. Резь. Удар мощный, силы добавь. Да не под мяч, быстрее, Дим. Вот. Ну, промаш. Гасса. Давай. Сила воли, Дим, есть сила воли. Я еще толкнул. Резь, назад. Давай, добавляй. Ну, промаш. Можно себя, да. Не лежать, вставай. Легкий бег, туда, обратно. Туда, побежали. До ворот, назад. Да я сам уже устал. Двигаться вперед, надо стараться. Тяжело бывает, я через не могу. Понимаешь, вот эти моменты надо как бы смотреть, потому что я был такой, как ты тоже. Мне было тяжело, все, чего-то хочешь достичь, есть цель, надо к ней идти. Будешь идти, что бы ни случилось, все равно надо идти, ставить цель всегда, в любом деле, в футболе, может, там, в учебе, везде. Цель, если есть цель, все, есть смысл жизни. 많이 풀어준다. 코리안 한국 선수들은 뭐 테크닉 부분적인 거는 많이 간샤. 就好好体拿下这个冠军杯，然后为我争光。我们展示了一场非常干净、非常漂亮的足球。 이번 대회에 참가해서 영광으로 생각하고 이번 대회 우승하길 기원합니다. Да, я уже здесь. Да. А ты где? Удачи, остальные спокойно разминаемся, тянемся, делаем беговые упражнения. Сегодня играем первую игру. Хорошая команда. Я ее не знаю. Я думаю, быстрые азиаты, все быстрые. Я опоздал на первую игру. Думаю, тренер меня вообще из команды выгонит. Но он со мной даже не разговаривал. Пошли! Играть он меня не выпустил из принципа. Может, вообще теперь не выпустил. Не жалей себя. Самое главное, не жалейте себя, пацаны. Не будете жалеть, они жалеть не будут. Не надо, чтобы вас жалели. Вы взрослые, большие ребята, которые должны выйти там и выжечь все, чтобы они знали, что это Владивосток. Владивостокский луч! Владивостокский луч! Если вдруг кто не знает, футболисты – это очень суеверные люди. Чего мы только не делаем, чтобы привлечь удачу. Я вам говорю точно, у каждого футболиста есть свой счастливый ритуал. Они бывают очень разные. Я даже не буду перечислять. Вот я, например, до начала игры всегда выплевываю жвачку на половину соперника. Там на острие, прием, локоть, чтобы мяч не отскакивал. Туда лезть, чтобы забили удар уже. Понятно? Давай, удачи. Замену меня, Андрей. 1-0. Сегодня во втором тайме тренер выпустил меня на поле. Ну и я понял, надо выкладываться по полной. Ну вот что бы я ни делал, ничего не выходило. И ребята не успевали на моей передаче. Или я не успевал за мячом. И так все игры чемпионата. (161, 162, у меня ничего не получится, я играю зря. 163. Если бы у меня талант был, я бы заиграл до 164. Мне не хватит тренер. 165. Футбол – это не мое. 166. Я неудачник, среднячок. 167. Даже ниже среднего. 168. Дриблинг у меня никакой. 169. Точный пас отдать не могу. 170. Поступлю в техникум. 171. Хоть стану кем-то. 172. Моряком или кассиром. 173. Надо с этим заканчивать. 174. Ничего не выйдет. 175. 176. Прошло уже 2 месяца после чемпионата. Я перестал ходить на тренировки, занимаюсь учебой больше. Ну и все у меня нормально. Ребята, с которыми мы снимаем фильм, предложили мне поехать в Питер. И я согласился. Отстань от меня. Че ты ходишь за мной везде? Ну, как это побывать в Питере и не сгонять на футбол, да? Особенно, когда Смолов играет. Пока мы смотрели матч, нам в голову пришла безумная идея. Мы решили, что пока мы здесь, нам нужно найти Смолова, встретиться с ним. Ты не умеешь с камеры комментировать. Давай я пока комментирую. О, здорово, камера. Здорово, YouTube. Я нахожусь на острове Крестовском, в гостинице, и жду команду Краснодар. Вот, смотрите. Вот такая гостинка. Это не знаю кто. А вон мужик. Вот он, вот он. Это интересно кто? Да. Сейчас я даже не могу вспомнить, о чем мы говорили. Ну, про футбол, конечно. Про веру в свои силы, про игру в команде. Про то, что в футболе вообще всякое бывает, и лучше не загадывать. Пацаны, с вами можно? Да, да, да. Кидай! Все здесь! Когда я захотел свою первую форму, Мы с папой поехали в магазин и купили очень большую. Я не знаю, почему такую. Я вот такую захотел. Тут, наверное, нужно еще что-нибудь рассказать. Еще какую-нибудь историю из детства вспомнить. Да мне уже на самом деле как-то сказать-то нечего. Ведь тут и так все понятно. Да и что тут скажешь? Если ты начал играть в футбол, тебе его уже просто так не бросить.